Закончили работу с электровелосипедом складным. Здесь было, как обычно, огромное количество проводов, куча-куча. Мы сделали такие красивые герметичные разъемчики. Там все закоротило просто, все перекрутилось, люди сами полезли, все порвали, оборвали. Сделали вот так красиво герметичные разъемы. И то же самое вот здесь было просто пучок, просто огромное количество всяких разных проводов. Завели все вот так красиво, аккуратно и герметично в термоусадке. И велосипед теперь будет работать. Но работа очень долго, 2 дня ушло просто на перепайку разъемов. По цене получилось достаточно дорого, больше чем 3,5 тысячи, это вместе с разъемами и с работой. Вот такой складной велосипед интересный.